В Алматы состоялся 14-й градостроительный форум «Казахстан-2016», посвященный 25-летию независимости страны. На специальной выставке в Доме дружбы архитекторы со всех регионов показали проекты современных городов. Участники встречи отметили уникальный опыт строительства Астаны. Большая часть современного облика столицы возводилась фактически с нуля. Астана представляет собой отражение самых передовых и смелых идей мировой архитектуры. А Алматы с момента обретения независимости по своей площади увеличился в 2 раза и вобрал в себя несколько приграничных районов. Сегодня здесь идет работа над модернизацией транспортной инфраструктуры, парков, созданием туристических зон. Обсуждая развитие транснациональной программы «Новый шелковый путь», эксперты отметили, что большая часть проектов уже на стадии завершения. По словам руководителя Союза архитекторов Казахстана, на базе Большой Алматинской кольцевой автодороги планируется выстроить цепь транспортно-логистических центров, складов и хранилищ. Это позволит создавать дополнительные рабочие места и развивать предпринимательскую деятельность. Кроме этого, в республике одобрена концепция смарт-сити в таких городах, как Астана, Алматы и Шымкент. В Жанаузии они планируют приступить к работе по индивидуальному жилищному строительству. Идет очень сильная адаптация и изменение вот этих вот принципов, подходов, как нам все-таки жить в новых условиях, как нам разрабатывать генеральные планы, как нам делать так, чтобы человеку, который потом в итоге будет пользователем этой продукции, чтобы ему было комфортно в этих городах.